Kontynuuję grę Metro 2033, rozdział 6-6, misja piąta biomasa. Wkraczając do samego centrum pradawnej Cytadeli, poczułem w sercu lotowate zimno. Kto mógł urościć sobie prawa do nazywania się władcą D6 i straszliwej broni, która stamtąd kontrolowano. Товарищ полковник, вам сейчас надо в реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с пультовой. Спуститесь на лифте до первого этажа, а там по лестнице наверх. Найдите главный пульт, дальше я все объясню. Господи Иисусе, какого... А теперь-то кто? Володя, видел бы ты это. Артём, теперь держись. Это доброе поветрие. Артём, гранаты оставим тут. Рядом с реактором их использовать все равно нельзя. Эта мерзость на полу наверняка ядовитая. А тут еще и газ. Нас так надолго не хватит. Ну и вылазь там шепчей. Nie lubię tego fragmentu, ale coś trzeba to przejść. No ja też dostałem. Gdzieś chyba kurwa na ścianie kurwa jeszcze jest. Mało co amunicji mam, cholera. Mogłem tego nie sprzedawać wcześniej. Kletnice, bez dorogów. Ono opaśniej, czym кажется. No, chyba mam nadzieję, że to już jest koniec. Bo tu już nie ma nic więcej. Aha, po drabinie. Ja думаю, my сейчас na porogie ada. И встречает нас лично сатана. Będzie. Такий wielki kurwa organizm. Артём, давай ко мне. Мне też się chce żygać. И срать. Ха-ха. Где ж у него кнопка? Получилось. Слышишь? У нас получилось. Я тоже слышу. Кто бы сомневался? Товарищ полковник, там все автоматизировано. Просто вводите команды. Легко сказать. Ну что за бардак? Так, ладно. О, то есть вообще так масса. 1, 2. Это великий организм. Вроде ничего сложного. Который родит и глупо. Построено для дураков. Вот сейчас и проверим. Тоже не могу, да, за высоту амуниции. Товарищ полковник!
Товарищ полковник, мощность на четверть, а надо на полную. Это чёрта мощь. Чертям свинячим. Лучше у нас уже все равно так, не получится. Так, чем мы здесь давай. Bo to blokuje moc, ten organizm. Zatyka te. Co za diabelszyna? Zajebał. Ta drzwi jeszcze i sprzeciwiaje się. Da co za jereś? Proklęcie. Proklęcie. Система ручной активации, гидравлика. Сторонний реактор. Черт, Артем, теперь задание на миллион. Видишь там вижу, вижу. Забирайся в кабину. Это резервная система активации. Там есть захваты и манипуляторы. С ней мы сможем поднять стержни. Ты дуй туда, и я отвлеку эту тварь. Ну, сейчас или никогда? Сейчас и никогда. Так как в меню игры было. Как хотелось войти. Ну, właśnie. Идем. I staje się na torze. Aha, i tarcza. Внимание, опасность столкновения. Движение заблокировано. Та, на те трзеба наехать. На те небеские те. Не знаю, чи то есть идеально. О! Steve Attracted Zone. Он тогда выйме прент, так? Ага, бо я мушу сейчас опустить. Достигнута контактная зона. А я сейчас опущу левым прицелом мыши. Внимание! Извлечение сдержки. Само то сделаю. Есть половина мощности. Две четверти. Внимание! Извлечение стержня! Так, и позволим жить от этого чего-то. Функциональность. Три четверти! Ну, Хиска, ну еще капельку! Co jest? Zginąłem? Kurwa! Ja pierdolę. Ale to jest pojebane. Śmieszne, że aż głupie. Dobra, jeszcze raz. Внимание! Опасное столкновение. Движение заблокировано. Trzeba to szybko zrobić, żeby znowu nie zginął. Jest połowa mocności! Esti, zaraz, chodź. Достигнута контактная зона. Внимание! Извлечение стержня. Три четверти! Ну, Хиска, ну еще капельку! Достигнута контактная зона. Внимание! Извлечение стержня.
Она сейчас потерпела дефект прентов и блокировала засилание организма. Dlatego nie było mocy. A teraz jak wróciliśmy do tego czegoś, to jest i moc. Jak ja mam stąd wyjść? Już jest wszystko zrobione. Aha, no tak, bo nie wcisnąłem Entera, no kurwa. Oh shit. Dobre będzie powietrze, będzie dobre na pewno. Bo nie oddycha przez maskę. Mam się teraz wrócić. Будь оно неладно. Лифты мы прощелкали. Слава советам, раньше всего строили с запасом. Тут есть еще один. Пошли сюда. Вернемся позже и закончим это дело. Сначала давай разберемся с твоими черными. No, dożyj do dwieży. Ostankino, ustaw system naprowadzania nuklearnego. Сёп, этот лифт вас прямо на станцию поднимет. Świetny wybór. У нас тут все под контролем, пока вроде все пашет. Возвращайтесь в точку старта. Ульман ждет вас там с подарочком. Презент, man. Czyli to już jest koniec misji, tak? Только оглядись, Артём. Это же наше наследие. И наше будущее. Невозможно представить себе, какую власть дает своему хозяину это место. Какую силищу. Мы сможем огнем и мечом отвоевать свое место под солнцем. Снова стать повелителями земли. Мы перестанем жить и дохнуть в подземельях, как крысы. Будем строить дома до небес, а в метро спускаться только, чтобы домчаться от одного конца города до другого. Слово «человек» будет снова звучать гордо.